Господи Боже, благослови очи во имя Отца и Сына и Святого Духа, не доходил, ходит Святая Богородица, среди моря камень, на камень кровать, на кровати девица, дочь царева Давыдова, можешь ли ты море смутить, и в море камень изгрызть, и песок в море исчезть, и отвечает девица, не могу, где море смутить, и в море камень изгрызть, и песку в море исчезть, и так где я могу, рабов Божьих, рысь, изрысь, всю скорбь и порчу, отговорить всякую родимую, насланную, перетяну, напущенную, данную, ветряную, костяную, сладкую, клиноватую, черную, жильную, суставную, внутреннюю, кровавую, мозговую, я за рабов Божьих отговариваюсь, от молитвами и словесами, которые наперене были писаны, издымая Духом Святым, отсылая против всех рабов Божьих опять назад, откуда ты пришла к рабам Божьим, там опять бы есть мои поди. Где у тебя были перья, там бы стали носки у тебя пята, из всех рабов Божьих, от 80 суставов, от 80 жил, от 80 недугов, от 30 суставов, 30 бабы стародержа, песту железным отбивают рабов Божьих, орчую килу родимую напущенную, данную насланную, ходячую ветряную, водяную, жильную, телесную, кровавую, костяную, за кожу, внутреннюю, золотую, золоткую, черную, всякую, напущенную порчу вечер будет им кто напустил, мужик или жонка, или девка, или траковица, или молот, или стар, или поп, или дяк, или панамарь, или скоморох, или калика, или черница, или черница, искусник, или искусница, или вещик, или вещица, или самокрутка, или растрига, или ведьма, или ведун, или ветвеуния, или рус, или белен, или черелен, или черный, или мухорт, или кудреват, или лысоват, или космат, или неленючий васа, или плешат, или синоват, или твердозуб, будет тупорщу на дороге, или на встрече, или во дворе, или в избе, или на голой земле, рано или поздно, или в полудни, или в полночь, или в кочас ночи, или ходящему, или сидящему, или лежачему, или сонному, или на вечерней заре, или на утренней заре, или по месяцу, или по праведному солнцу, солнечному сходу, или по буйному ветру, или по северу, или за обедом, или за хлебом, или за солью, или знающий, или не знающий, или по вечеру поздно, или вставая зрано, или в перу, или на свадьбе, или на крестинах, или на родинах, или на сорочинах, или где-нибудь, или в молоке, или в хлебе, или в чае, или в сыре, или в молодом и сухом, или в меде, или в яйце, или в масле, или в горохе, или в огурцах, или в дынях, или в чесноку, или в муке, или в пиве, или в вине, или в браге, или в квасу, или в простой воде, или в чем-нибудь испортить, или на следу, или на месте, или зельем и кореньем, или травами, или словами, или помышлением, или делом во веки веков. Аминь.